Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо. Сегодня мы с вами пройдем еще пару заданий. Там будет уже видно, куда двигаться дальше. Сейчас мы с вами движемся в сторону книжечки. А, насколько я помню, это еще одна из книг, которые нам нужны. Давайте будем двигаться туда. Или это магазин сам по себе, который к книгу не имеет отношения, но... Это что? А, точка обзора. Это у нас база тамплиеров. Мы ее... И хочется, и колется, как говорится. А... Так, это у нас что? Книжная лавка. Воспоминания Софии. Блин, я даже не знаю, куда мы с вами пойдем. Перерейс. Давайте отправляться, знаете, куда? Давайте отправляться к точкам обзора. Немножко точек обзора пооткрываем, а там будет видно, куда дальше двигаться. Мы с вами продолжили... Не продолжили, а закончили, точнее, в прошлой серии задания цыган. Поэтому... Твое место внизу, рядом с чернью! Так, так. Я очень давно не играл, уже, наверное, месяц, может, меньше, может, больше. Я их записываю непоследовательно. Следите за своими верблюдами. Стражники будут штрафовать нарушителей. И извинений типа я его не заметил. Зачем вести себя как пьяная обезьяна? Так, это точка обзора. Красивая, кстати, точка обзора, мне нравится. Красиво сделано. Боже, очень неудобно, я забыл уже расположение кнопок, и все равно это очень неудобно, потому что, ну, зрение на УВ, это, по крайней мере, странно. Так, тут у нас что-то продается, но мы это купить не можем в любом случае. Бычий форум. Звучит прикольно. Хорошо. Где-то тут должна быть база ассасинов, тамплиеров рядом. Вот она. К ней мы и отправимся. Нужно ее зачистить. Потому что нам в любом случае нужны новые ассасины. Для этого надо уничтожать базы. Так, хорошо. После этого мы отправимся, скорее всего, опять же, на воспоминания Софии. После этого отправимся уже на основное задание. Паршиво, но ладно. База тамплиеров, да. Какая сила! Бейте трусливого. Они твои. Хочу с тобой поговорить. Но зачем ему это? Что, опять мимо, Георг? Наверное, надо заглянуть к той иностранной мадам. Подождем. Так, давайте. Здоровье пополним. Знаешь, мне нравится запугивать иностранцев. Давай-ка поищем сегодня еще этих нелепых англичан, а? Они такие смешные, такие чопорные. Ага.
Ждем, ждем, ждем. Я не хочу вылазить раньше времени, если есть возможность убить его. Помнишь, ты вчера рассказывал? Видали, что продавал тот говнюк? Почему нам попадаются одни и те же проходимцы? Или что, где-то висит плакат, мол, давайте к нам, люди добрые, а я и не видел. Все, опять мимо, Георг. Наверное, надо заглянуть, кто и на Я сниму с тебя шкуру! Это вряд ли. Нет, 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 твою мать. Почему они не разбежались, когда я убил этого капитана ихнего? Помнишь, ты вчера рассказывал, что это за порошок, которым твой дядя присыпает... Быстро бегает для трупа! Вон он! Ладно, задолбали. Мы благодарны вам за вашу личность, Фас. Чтобы его нашли, он должен быть рядом. Он может быть здесь. Туда, за ним! Так, ладно, давайте делать следующее. Так, где тут дымовые? Да, дымовая завеса. Это утром? Да я всегда так с попрошайками, для забавы. Ну послушай, я тебе точно говорю, что не имел. Так, задолбали. Я не хочу окончить жизнь так же! Я пытался их не убивать, честно. Вы сами видели, я пытался решить это дело максимально мирно. Я хотел просто залезть и забрать себе район, но нет, они заставили меня поучаствовать в битве. Ну, как в битве, в драке. Небольшой-маленькой драке. Небольшой-маленькой драке, боже. Хорошо. Прекрасно. С этим тоже закончили. После этой части я, честно говоря, не знаю, какую буду проходить дальше. Да чтоб вы сдохли, варьё! Лучше бы вы меня убили! Хоть бы янычары выкололи вам глаза и поотрубали руки! Сеньора, что у вас тряслось? Да, эти мерзавцы! Они ворвались в мой дом и забрали все, что смогли вынести! Помогите! Защитите ее. Принять, окей. Я надеюсь, нам не придется... Режьте ему пути отхода! Я не хочу участвовать в этом! Тебя ждут боль, кровь и смерть! Стража, спасибо. Я уже обязана вам жизнью, Фенди. Но не поможете ли вы мне еще раз? Что такое? Эти мерзавцы сначала ворвались в мою лавку. Не иначе решили совсем пустить меня по миру. Видите? А, боже, я не люблю такую фигню, честно. Не сам процесс от этой беготни, я не люблю. Она меня сейчас отведет неизвестно куда и как далеко. Будем надеяться, это недалеко, потому что мне не очень хочется бегать за ней полтора часа.
Все-таки старость не радость, а она бегать заставляет. Они все еще здесь! А ну вон отсюда, варьё! Убирайтесь! Все. Вы да, сделали все. Очень доброе дело, Эфенди. Мне так жаль, что я ничего не могу вам предложить взамен. Вы ничего мне не должны. Но, возможно, вы захотите помогать ассасинам. Вы отлично лазаете. Нам нужны такие люди. О, ну, да. Спасибо за предложение. Честно. Так, озвучка не очень честно подходит, потому что слишком безэмоционально она это говорит. Получается так, знаете. Спасибо за предложение, честно. Так себе получается. Могло быть и лучше. Так. Во-первых, там еще один персонаж, которому надо помочь. Но сначала я хочу вот это. Не очень. Плюс в этой части сделано очень сильно. Скажите, я скажу. Очень сильно сделана вот эта вот фигня с. Это портной. Портной меня мало интересует. Меня интересует банк. Банк с этой стороны, да? Да, вот он. Ай, 1080, а у меня 880. Еще 200 надо. А тут что? 1200 вообще. Что я хотел сказать? Я забыл уже, пока размышлял. А ладно, потом вспомню. Бывает такая фигня у меня, что я забываю просто нужные вещи. А иногда я еще возвращаюсь к тому, с чего начинал. Если там начал говорить о чем-то, потом перескочил на другую тему, а потом вернулся. Такое бывает, бывает. Если жизнь и свобода дороги тебе, встань рядом с нами и сражайся за дело мира. Ты пример для всех, Эфенди. Я рада стать одной из вас. У меня один вопрос. Почему сейчас одни девушки? То есть до этого были одни мужики, сейчас одни девушки. В чем причина? Нет, я не против, я только за, что у меня появились в братстве хоть какие-то девушки, а то как-то сугубо мужская компания не прельщает вообще. Но вопрос остается открытым, почему в одном случае появляются только девушки, в другом случае только парни. Помочь вашим самоотверженным защитникам! Во-первых, мне нужно немножко скинуть известность, но я не знаю, где найти, чтобы... Потому что сейчас у меня активных все, видите? У меня активных только... Умри! Умри! За ним, брат! Вон он! За ним! Я просто проходил мимо! Ты нормальный язык, понимаешь? Бегите! Бегите! Опа! Я только что видел какого-то... Показалось, что ли? Что стряслось? Ай, как это неудобно! А тут что? 1200. У меня нет 1200. Ладно. Мы с этой бестолковой беготней будем долго разбираться. Давайте сейчас посмотрим, что можно где
открыть, закрыть, перекрыть и пойдем дальше. Давайте вот сюда пойдем. Я хочу открыть эту точку доступа. А, да, как вы поняли, эти видео тоже будут уже длительными, до часу, может и больше. Прошлая часть есть, где я немножко переборщил. У меня получилось, что одна серия там была 2,5 или почти 3 часа. Пришлось ее обрезать, разрезать, и поэтому там нет определенных моментов, таких как приветствие и еще что-то. И рассуждение иногда... Иногда просто прерываются на ровном месте. Так. Ай, твою мать, зачем я это сделал? Не староват ли он, чтобы так скакать, а? Староват, но что сделать? Кому-то нужно. О, вот, то, что я хотел. Не наводило такого ужаса на весь город. Они как гадки. А охранник просто прошел такой, знаете, типа. Каждый день такое вижу. Вырвите их, богохульные черные. Стараниями наместников. Маловато. В прошлой части были плакаты, с плакатами было получше. В этой я что-то плакатов не наблюдаю. Ну-ка, заберем. Раз уже достали, почему бы и не забрать. Принц тьмы явился. Интересно. Так, почти долезли. Вот. Прекрасно. Да, нам нужно выполнять задание, нам нужны деньги, потому что нужно все покупать, все восстанавливать. Ну и, естественно, бесплатно это делать никто не будет. Всем нужно платить. А, хорошо, давайте... В общем, прекратим страдать фигней и просто так бегать. И все-таки сходим туда, куда нам нужно. Нужно нам по заданию ближайший переход аж тут. Ладно, давайте. Вроде не так уж и далеко, поэтому... Ой, не говори. Мне бы в его возрасте хотя бы ходить самостоятельно, и вообще будет шикарно. С учетом современной экологии, зачем ты в этих кусты полез? И моего образа жизни, я не факт, что доживу до его возраста, не то, что что-то буду там из себя представлять еще. Какая необычайная дерзость. Да, я хочу забрать просто эту фигнюшку. Фрагмент с данными анимуса, поэтому и полез сюда, в принципе. Оп. Собрали немножко фрагментов, которые мы пока не используем.
Для этого нужно выйти в анимус и там восстанавливать эти данные, но мы сделаем это немного позже, в какой-то другой серии. Сейчас я не хочу этим заниматься просто. Так, теперь. А нам нужно на воспоминания Софии это укрытие принять. К сожалению, в таких играх просто так идти по... куда тебе нужно и куда не нужно, ты не можешь, пока ты не откроешь определенные ветки сюжета, и они блокируют. Ну, в принципе, это логично, потому что ты в таком случае просто творил всякую фигню, и в итоге ничего толком не получалось. Рада видеть наставник. Так, давайте попробуем. Далее. Ассасины. Что ты из себя теперь представляешь? Больше доспехов. Надеть капюшон. Да, с капюшоном лучше. Мне нравится. Хотя маска, я не уверен, что нужна. Ну-ка, снять маску. Не, с маской он вообще эпично выглядит. Ладно. Не будем страдать фигней сейчас. Надеть капюшон. Что ты у нас скажешь? А у тебя нету. А почему у нее маски нет? Или маску получаешь, типа... А, я понял, маску ты получаешь на 6 уровне, типа, да? Типа, у этой еще ничего нет. Неплохо, этот еще на задании. Хорошо. Давайте по заданиям. Выбрать, кто пойдет, кто у нас может сделать. Отправляем. Понятно, это рано им еще выполнять такие задания. А ну-ка, тут что у нас? 45, 90, 95, 100, 95, давайте приступить. Тут у нас есть еще одно задание, но минус 5% контроля тамплиеров. Нет, не хочу. Будет давать Дамаск, красть победу, выбрать, приступить, взять задание. Все, по заданиям мы их отправили. Теперь нам нужно вот сюда. Давайте взаимодействовать. Отметины на этом ключе мне знакомы. И материал тоже. Я уже видел такой. Похоже на яблоко Эдема, древнюю технологию первой цивилизации. О боже. Зачем этот звук? Он бьет по ушам. Ребята, я ж в наушниках сижу. Тик-тик-тик-тик-тик. Побежали. Масяв. Хранитель наставник. Твою мать, ты издеваешься, я тебе, блин, тут помогаю, а ты все равно бесполезен. Ты ранен? Нет. Ногу сломал. Давай поднимайся на эту ногу, попрыгай на ней, все нормально, мужик. Ой, боже. Как тебя звать, брат? Альтаир, сын Умара. Умар, да, помню. Он хорошо жил и достойно умер. С честью. Альтаир! Беда, нас предали! Враг уже ворвался в замок! Жить будешь. Что Аль-Муалин? Где он? Когда крестоносцы прорвались, он был внутри. Сейчас ему не помочь. Альтаир, надо отходить! Когда я закрою ворота, зайди крестоносцам во фланг и оттесни их в каньон. Ничего не выйдет! Аббас, не ошибись. Так, хорошо. Что бы это ни было, избавьте меня от этого! Я с ним разделаю! Пожалуйста! Милость! Нет? Ну ладно. Нет, так нет.
Я и так опаздываю. Я умираю, я и так опаздываю, говорит. Да что за фигня, почему я не могу? Так, я так подозреваю, что я тут могу сутками находиться, да? Ау, как больно я его зарезал. Самую, так сказать, болезненную точку на самом-то деле. Еще один славянский наемник? Я не знаю, что с музыкой. То ли у нее глюки, то ли глюки у игры самой. А, ну ладно. Он не захотел дальше сражаться, я спокойно. Вперед! Какая противная музычка. Боже, как он классно убегал. Это, блин, шикарнейший момент. Так, ладно, надо чуть дальше. Вся проблема в том, что и те белые... И... Так, минуту. Я уже не могу орать так. Стройки... Вообще... Громкость эффектов. Давайте вот так хотя бы. Я просто уже не могу орать. И все равно музыка почему-то слишком громко играет. И, скорее всего, мне влепят страйк за эту серию. Не страйк, а, боже... Авторские права, страйк, говорю. Так. Вы меня уже задолбали. Сколько можно? Ты что, своего в спину убил? Вот это вот классный бустер. Просто он с ноги ему... Пах бьет и убивает этим. Остановите того! Ой, ё-моё. Какой кровавый способ расправы. Мы с тобой, брат. Да, это типа звуковые эффекты в игре специально для того, чтобы усилить эффект. Не усиливает, честно, только бьет по ушам сильно. Все. Еще шаг! И твой учитель умрет. Это вряд ли. Я был в будущем, я знаю. Тебе не что уйти он не отсюда умрет. Живым, предатель. Нет, ты не понял. Я не предатель. Я не предатель. Нельзя предать тех, кого ты не любил. Значит, ты жалок вдвойне. Вся твоя жизнь была ложью. А, это типа один из ассасинов. Окей. Он предал своих. Откуда у него арбалет? Что? Зовешь своего цепного пса, чтобы он тебя защитил? Ты разочаровываешь меня? Отчего бы не поделиться своим знанием со всеми, как подобает ассасин? Почему бы не рассказать своим братьям о своих амбициях? За кого ты их держишь? Покайся. Нечего тебе там делать. Еще один достойный человек погиб, а ты продолжаешь хранить молчание. Я удивлен. Ты многому научил меня, Аль-Муалим, кроме терпения. Говори, или я вырвусь. На, пообщаемся. Общительный, блин, вырвет он.
Ты слишком переоцениваешь людей, Альтаир. Тамплиеры знают истину. Люди слабые, подлые и мелочные. Наверняка. Нет. Наша кредо говорит об обратном. Может, мне не хватило ума понять его, но это вряд ли. Скорее, мне хватает ума не верить в эту чушь. Возможно. Может, прав ты, а может и нет. Ты дал ему возможность умереть с честью? Зачем? Любой из нас, кто покидает этот мир, имеет право на это. Он не воспользовался им. Это его право. Альтаир, у меня на глазах ты вырос из мальчика в мужчину. Мне и радостно, и в то же время грустно. Ты достойный сын своего отца, он бы гордился тобой. Я мало знал его как отца. В первую очередь он был ассасином. Ты тоже вступил в орден с рождения. Не жалеешь? Как можно жалеть о своей единственной судьбе? Со временем ты поймешь суть пути, и тогда сможешь выбрать свой. Пойдем, мальчик, и готовь клинок. У него еще много работы. Нет, эти ставки, конечно, шикарные. А, тут я даже не видел этого задания, поэтому такое. Да и не важно, честно говоря. Особо на игру это не повлияет. Так. А, так эти ключи и древние печати, стало быть, содержат записанные воспоминания. Но вот что пытался нам сказать Альтаир. Что он хотел передать в будущее? Что если предаешь, то умираешь? Не знаю. Честно, тут все что угодно могло быть. Я ж тебя на задание отправил. А, я понял, задание уже закончилось, пока я сидел фигней страдал с этими. Так, что-то я потерялся. Где тут задание? Так, это типа оружие тут должно быть мое, которого у меня не так уж и много. Потому что денег нет покупать его сейчас. Да, такой бедный орден ассасинов, у которых нету денег. Самое обидное, что денег нет именно у меня, вот, то есть у ордена они есть. А, вот. Я ищу этот дурацкий стол, где... Принять. Ассасины. Кто это у нас там? Четвертого уровня стал. Ничего себе. Ой ты. Белый цвет. Оттенок изумруда. Лазурь. Ладно, давайте янтарный поставим. Он самый адекватный какой-то. Вы поняли, да? Возможность носить маску – это привилегия для тех, кто достиг определенного уровня развития в своем мастерстве. Это круто. Лиссабон. Это что? 3000. Приступай. Взять. Ничего так. Рада видеть. Я не против. Откройте мне, что там нужно открыть. Так, мне нужно на выход, потому что я тут сижу под землей. Как не совсем адекватный человек. А что тут? Боже, зачем столько помещений, в которых нет людей? О, может тут и деньги есть. В смысле 4500? Вы издеваетесь? А, тут и это деньги за задание, которое выполнили ассасины. Я думаю, откуда они взялись. Ну, мне надо выходить тогда идти смотреть. Да блин, что с этой музыкой? Почему она такая громкая? Я же ставил ее на минимум. Блин, там единичка стоит. Или вы хотите сказать, что если поставить громкость музыки, единичка. Все равно орет как не в себя. Что с тобой не так? Это по крайней мере странно, честно.
когда музыка орет как не в себя, при этом... Ну вот, банк. Нам нужен банк. Мне нужен банк, потому что без банка плохо. У меня там деньги висят на счету, а я их снять не могу. И, блин, мне, походу, придется ее полностью вырубить, эту музыку, потому что я играть не могу так. Яркость. Да не яркость, боже. Да. В смысле? Я ж... Вообще адекватная музыка. Все. Да, без музыки будет не так весело. Откровенно говоря, скучно, но лучше без музыки, чем... Ты издеваешься? Лучше без музыки, чем с блоком за авторские права. Он меня... Меня нереально бесят эти авторские права, с учетом того, что, по сути, ты за них платишь. Ты платишь и за сами авторские права, и за что такое... Какой-то... Другой раз. Да не хочу я покупать, я хочу... Но нет и сюда нет. Пока. Да ж ты издеваешься? Я нажимаю обобрать, а не покупать. Вот, наконец-то. Так вот, с учетом того, что в большинстве случаев игры на данный момент именно покупаются, не... Ну, не знаю. Их можно скачать себе, как, грубо говоря, как... просто скачать как пиратскую копию, да, никто никто тебе ничего не скажет, потому что об этом никто и не узнает, по сути. Но я их покупаю, то есть я заплатил денежку за эту игру, и я хочу, чтобы эта игра полностью принадлежала мне. Кто-то всем скажет, доброго здоровья. В принципе, если бы ты просто играл. Самые последние достижения медицины. За что мне знаменитость, блин, накидывают? Ну, не знаменитость, а... Вы понимаете, о чем я. За что мне накидывают известность? Причем известность не в хорошем смысле, а известность в смысле того, что меня еще чуть-чуть и будут разыскивать и убивать. Мне не нравится, когда меня разыскивают и убивают. Вот, смотрите. Оп, и накинули. Да. Забрать денежку. Доброго вам. Пусть наше совместное предприятие начинает. Что это за звуки, боже, откуда они берутся? Так, хорошо. Дальше нам нужно с вами, знаете что? Портной. Мы сходим к портному. Мы пробежимся по этому острову, откроем все, что есть, и дальше уже будем смотреть по заданиям. Смотреть, будем мы что-то выполнять из них или нет. И все такое. Я передумал лезть наверх, потому что там будут только проблемы. Он кого-нибудь покалечит! В смысле, кого-нибудь покалечит? Конечно, покалечу. Я, в принципе, только этим и занимаюсь на самом-то деле. Ассасины, хладнокровные, безжалостные убийцы. Вот вместе с наместниками мы должны... Ты дешевка, понял? Ну ладно, не очень дешевка, но дешевка все равно. Мне просто нужно скинуть хоть немного известности, это чересчур. Я сейчас еще попаду в список разыскивается, хотя я не понимаю за что. За то, что я восстанавливаю их в город. Это ж не так, что я просто бегаю. Это восстановление их города, и им за это, блин, тоже налоги. У нас шитье только самого высокого качества. А ну, давай посмотрим по поводу сумок. Средняя сумка с лекарствами, минус 15. Принять, я возьму. Улучшение для ножей пока не буду, ничего. Оригинальный серый. Алжирское серебро. В чем разница между оригинальным серым и... А, ну, есть немножко. Масявский белый. Неплохо выглядит. Мне нравится, только он нифига не белый. Нет. В
Хотя вот это неплохой, но слишком много стоит. Две штуки за неизвестно что. Сирийский пепельный, египетский, скажем, серебро. А, ничего интересного, парашюты. Ну, 4 у меня есть, мне пока хватит. Так. Хорошо, и где-то с левой стороны я еще видел, была точка обзора неоткрытая. Во-первых, слишком мало способов, как скинуть известность, то есть только глашатые и только убийства. Пятый круг падут еще многие, если вы... Отлично. А, все, только заткнись, пожалуйста. Задолбал. Просто раньше в предыдущих частях было как 25% это плакат, и все остальное дает намного больше. Да, у нас появилось основное задание, на него мы, скорее всего, и отправимся в ближайшее время, но сейчас я сначала он стал заложником открою... этого гнусного бра... Но... Задолбали вы орать. Как оно ржет-то. Привет. Вы посмотрите, там у вашего солдата что-то со спиной. Похоже, кольнуло. С этой... Нет, с той стороны больше. Не с той стороны я бежал, блин. Как это неудобно. Ах, ладно. Идите нафиг, не буду я вам денег давать. У меня и так их мало. С вами никаких денег не напасешься. Я сейчас попробую еще немножко... Да, покупаем. Опять же, известность нам накинуть. Я не понимаю все равно этого. Ладно, если б я делал что-то плохое, там, разрушал, ладно. Беседы я, Платона как бы, только с лучше делаю. Так, пергамент. Что у нас по книгам? Я уже не помню, что тут. Одиссея. Принять. Конечно, принять. Это что? Энеида. Принять. Энеида хорошая вещь. Принять. На что мне хватит денег, то и куплю на самом деле. А, все, уже больше ни на что не. Да, тут, слушайте, интересные книги есть. Метаморфоза. 7000? Ну, серьезно. Спасибо, сеньор. Заходите. Ну, зато теперь моим ассасинам есть что почитать в логове. А то уж очень все печально. Так, у нас задание готово. Мы сейчас спустимся вниз с вами. Отправляю кости. Отправляю кости, зашиваю раны. Хорошо. Скафари. Парка мерзавцев не наводила такого ужаса. Где стража? Да, я бегаю, подкупаю людей, вообще офигевший такой, знаете. Так, я ищу, где можно ассасина отправить, с какой точки. Отстаньте вы от меня. Барышни, я понимаю, что вы голодаете, но это не значит, что я должен вас кормить. Давайте сюда. Не знаю. Чем тогда провинилась? Интересно, кто эти лестницы оставляет тут? А главное, зачем, блин? Кроме меня, по ним никто не лазит. То есть, чисто для меня? Ну, тогда спасибо. А, да, разблокировано уже второе воспоминание. Я могу залезть туда, на остров. И открыть его. Вполне возможно, что мы отлично. Это сделаем, но не сейчас. Почти как по-настоящему. Сейчас мы отправимся сюда. Какой звук красивый. Мне так нравится он. Так, во-первых. Да что ж за фигня такая. Не хочу я в кодекс бомб залазить. Я хочу обобрать шкатулочку. Селитра 5.
Вот задание выполнено. Еще одно. Давайте. О, не-не-не. Еще одна шкатулочка, я ее чуть не пропустил. Хорошо. Все будет хорошо. С этим все прекрасно. Теперь по заданиям ассасинов давайте. До 6-7 прокачался 1-6-7. Хорошо. Мастер-ассасин. А кто у нас тут? Мы ему еще одно оружие добавляем. Мы ему... Да, видите, то есть ты получаешь возможность носить и маску. Давайте барышням маски одевать не будем. 4 очка. А, да, это та, которую я отправил с ребятками на хорошее такое большое задание. Осталось неизвестно. 6 минут, 5 минут, 4 минуты, минус 20. Минус. Этот город теперь консультирует ассасины. А ну-ка. 20, 30, 40. Нет, мне не хватит. Маленький. А, статус выполняется. Боже, я дурачок. Нет. Произнести на минус 20. Это финны. Тунис. О, вот Тунис. Давайте отправим. Надеюсь, они смогут выполнить с учетом 93. А, тут еще нужен чувак с арбалетом обязательно. Ну ладно. Вопросов нет, отправим этого сюда. А, с каждым таким вот отправлением, с каждым новым заданием ассасины становятся лучше. Согласитесь, это хорошо. Хорошо, очень хорошо. Чем быстрее и сильнее становятся мои ассасины, тем лучше мне. Потому что что? Правильно, сильнее орден. Сильнее орден, сильнее я. Стадный инстинкт, вся фигня. Ну, если серьезно, то с каждым новым сильным персонажем, которого я могу вызвать на поле боя, мне становится легче добраться до кого-то, убить кого-то и все такое. Все, приступаем к заданию. Узника в основном для этого незаметным. Угу. И что мне нужно с тобой сделать? Убить? Отменить. Дурацкая привычка. Что мне сделать с тобой надо? Убить? Я не... Один из ваших командиров без информации больше не достал время. Что об этом предателе Вали? Вы нашли его? Он нашел нас, наставник. Сегодня утром с этой базы похитили двух наших братьев. А теперь Вали требует передать нашу собственность тамплиерам. Нет, мы не ведем переговоров с теми, кто захватывает заложников. Мы находим их и убиваем. Тогда нам надо разделиться и обыскать всю Галату. Времени у нас в обрез. Так, мне нужно оставаться незаметным, это плохо. Чего он не видит? Хорошо. Huh?
далеко эта фигня находится? То мне... А, не очень-то и далеко, слушайте. Мне просто не очень хочется далеко бежать. В деле. Ясно. Ты не уйдешь! Пам-пам-пам-пам-пам. А знаете, что я хочу? Вот это. Подождем. Твою мать. Извините, я не на ту кнопку нажал. Что будет такое? Провалил. Я так не хотел этого делать. Да ладно, ничего страшного. Зато освободили барышню. Задолбали они этим тяжелым оружием. Да почему ты бомбу не бросаешь? Задолбал. Я же жму. Да нахуй нас ты. Прием туман убийца, блин. Бесит. Вали сделал это с тобой. Наставник, простите. Вы попались на уловку. Он схватил меня, чтобы отвлечь ассасинов с базы. Он сейчас идет туда. Каких ассасинов? Я один тут, дура. Нет там никого. Со мной. Я имею в виду. А мне типа надо спешить к базе теперь. Да прекрати ты, бесишь.
смысле? А, я не понял, в чем прикол, но ладно. А что тут? Селитра. Казалось. Неплохо. Хорошая музычка, только опять же, я ее вырубил, блин. Откуда она взялась? Вы, жители Стамбула, должны... Вы, жители Стамбула, должны молча сидеть. Пожалуйста. Ты задолбал меня орать постоянно. Во-первых, во-вторых... Почему? Откуда взялась эта музыка? Я ее выключил. Вы сами видели, как я захожу в настройки, выключаю ее. Что за фигня? Не чувствуете, что где-то тут что-то не так? Где-то есть момент, когда ты понимаешь, что что-то пошло не так, не туда. Казалось бы. Да, давайте, мне еще сейчас защищать базу придется. В прошлом месяце правитель Болу купил у меня... Болу правитель купил у него. Такое. Это мне не нравится. Так, ремонт, чинить все. Починили короткое оружие, стилет. Нет. Арбалет. Нет. Боеприпасы. Пули. Да что ж такое? Я же... Такое чувство, что что-то не так с этим управлением. Ну ладно. Давайте продолжим. Ты хороший боец, Эцио. Но твоих сил не хватит, чтобы спасти этот город. Дело не в спасении города, парень. Я пойду следом по крышам. Дело в том, чтобы... Да почему ты не бежишь? Да что ж за фигня с этим управлением не так? Я почему-то не побежал, почему-то там не этот, не прыгнул, когда нужно. Когда не нужно, прыгнул. Когда-то Кредо было для меня как воздух и вода. Но когда турки вторглись в Валахию, а ассасины пальцем не шевельнули, чтобы остановить их, как я мог сохранить веру? Если твоя философия не дает тебе защитить твой дом и семью, твой народ, что толку от нее остальному миру? Ты неправильно понимаешь этот вопрос. Мой протеже. Можно его грабануть, пожалуйста? Да, можно. Все, завершилось следующее. Давайте подождем, пока перезагрузится карта, меня выбросит опять на остров, и будем продолжать. Я раздобыл один из ключей Масиафа. Более того, я нашел карту. Она сплошь состоит из каких-то знаков и символов, но я уверен, что она приведет меня к остальным ключам. Пока я не понимаю смысла этих обозначений. Но, к счастью, я познакомился с одной венецианкой, и она обещала помочь мне с расшифровкой. Но радоваться рано. Один ключ все еще у тамплиеров. И помощи ассасинов тут может оказаться недостаточно. Нужно подружиться с кем-нибудь при атаманском дворе. Тогда тайны города откроются передо мной. Ну, интересно. Ничего не скажешь. Красивое перо. Братоубийственная война. Последовательность 4. Ну, мне, признаюсь честно, не очень нравится проходить сюжетную миссию и все. То есть мне нравится проходить сначала сюжет, не сюжет, а сначала какие-то дополнительные миссии, которые... погружают тебя прям в мир сильно.
После этого становится как-то интересней, что ли. А если ты просто прошел сюжетку... Ну, да, ты прошел сюжетку, но это как бы не значит, что ты прошел всю игру. Был у меня знакомый, который проходил игры просто проходя сюжетку, не просматривая ничего, не вникая в сюжет вообще никак. То есть он просто пробегал там первые задания, следующие, новое, пропуская все сцены, разговоры и все остальное. Ну, класс. Рад тебя видеть, отцу. Нам будет о чем поговорить, если я доживу до завтра. А что можешь не дожить? Мы узнали, что византийцы собираются проникнуть во дворец Топкапи после возвращения принца Сулеймана из Хаджа. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И каков наш план? Кердешим, это не твоя война. Не стоит тебе лезть в атаманские разборки. Византийцы нашли ключ под дворцом Топкапи, и я хочу выяснить, как. Эцо, мы хотим защитить Шахезада, а не допрашивать его. Доверься мне. Просто скажи, куда идти. Главные ворота Топкапи. Мы переоденемся в артистов и войдем внутрь. А, изи. Дельная мысль. Давайте. Встретимся там. Хотя, давайте мы продолжим эту серию уже в следующем. Серию, боже, я уже заговариваться стал. Давайте продолжим эту миссию в следующей серии. В данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем спасибо, пока.